Надо сказать, что Тюменская область занимает 7-е место в стране по распространению ВИЧ-инфекции. Только за 10 месяцев положительный результат был обнаружен у 1614 человек. При этом большинство заболевших мужчины, в группе риска молодые люди, 25-39 лет. Отмечают врачи и рост заболевания у пенсионеров. Связывают они это со свободной продажей стимуляторов. С начала года проверку на ВИЧ прошли больше 23% жителей области. Также с этого года расширен круг людей, которые охватывает обследование. Если говорить о статистике... Лица, проходящие диспансеризацию в возрасте до 45 лет, это на добровольной основе, не обязательно. Также это лица, помещенные в медицинский вытрезвитель, доставляемые в лечебное учреждение по, для наркотической экспертизы и так далее. Всего же на территории области зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания ВИЧ.